everyone. My name is India. I'm a student from Kazakhstan. Привет всем. Меня зовут Бота. Меня зовут Надия. Я из города Алматы. Здравствуйте всем. Меня зовут Сабина. Я из Казахстана, с Алматы. Я учусь в самой лучшей академии гостинично-ресторанного бизнеса. Она находится в прекрасном городе Дубай. Я узнала об этой академии от своей подруги. Она мне про нее рассказала. Я решила узнать о ней больше через агентство. Узнав об этом побольше, я решила сюда поступить. Приехав сюда, я просто была в таком шоке. Эта академия находится прямо напротив Бурж-Аль-Араба. Здесь очень красивый вид. И каждый день мы узнаем много нового. Я встретила очень много хороших людей. Все они открытые, добрые. Каждый день как какой-то праздник. У нас происходят всякие события, мы выезжаем на разные экскурсии. В выходные мы проводим время в городе, ходим в лаунжи, развлекаемся как только можем. И это так круто. Эта академия дает нам очень много возможностей. Мы здесь проходим практику, можем выбрать любую страну в мире, поступить в любой отель, на любую должность, и нам вот за это будут платить. Эта академия – это просто замечательное место. Общежитие здесь самое лучшее в Дубае. Все друзья приезжают, смотрят на это и говорят: «Вау, здесь какая-то вилла». В общем, я очень рада, что сюда поступила. Я здесь уже с сентября и ничуть не жалею об этом. Это очень замечательное место, и я советую всем сюда поступать, если вы хотите изучать гостиничный, ресторанный бизнес. Это то самое место, где надо учиться. Hello everyone, my name is India. I'm a student from Kazakhstan and I'm studying at the Emirates Academy of Hospitality Management. I'm a student of English as a Foreign Language program. After finishing my EFL program, I'm going to study a bachelor's degree. I enjoy studying in this academy. We have a lovely teacher, our classes are not boring. Every day we learn something new. I've known about this academy from my friend. We decided to study together after school. Why Dubai? Because I enjoy summer. All day long it's shining and people around here are friendly and outgoing. They are always smiling. Why? And why the Emirates Academy? It's part of Jumeirah Group. Moreover, we have great teachers and open door policy. We have everything we need to feel safety and comfortable. For example, теннис корт, пул бар, баскетбол корт, мини-маркет. I really advise Kazakhstan students to choose this academy. Every day for me in the Emirates Academy is like a new life. We are looking forward to see you here. Пока всем! Здравствуйте, меня зовут Оскар, мне 19 лет, я из города Алматы. В данный момент я обучаюсь на последнем курсе в Emirates Academy of Hospitality Management. Я выбрал эту академию, потому что она представляет много возможностей для карьерного роста в гостиничном бизнесе, а также здесь отличные условия для проживания, а также для учебы. Дубай – это фантастический город, здесь можно заняться много чем. Привет всем, меня зовут Бота. Я из города Шымкент. Я закончила школу гимназия Арман в городе Шымкент. На данный момент я учусь в Emirates Academy на первом курсе бакалавриата. Мне здесь очень нравится, так как Дубай – это город больших возможностей, и здесь можно найти что-то для себя, учиться, а также одновременно получать практику, работать и жить настоящей взрослой жизнью. А также здесь много возможностей заниматься спортом, погода здесь шикарная, можно отдыхать, учиться и радоваться жизни. Этот университет – один из самых известных и лучших университетов в мире. Здесь учителя очень высококвалифицированные, так что я всем советую приходить сюда и учиться вместе с нами.
Меня зовут Надия, я из города Алматы. Я студентка первого года в Emirates Academy. И я считаю, что это огромное счастье, удовольствие учиться в такой академии, потому что мы имеем столько возможностей познакомиться с индустрией гостеприимства. И Дубай — это город, в котором каждый найдет что-то для себя. Я обожаю этот город, мне очень нравится здесь учиться. И я считаю, что каждый должен попробовать себя в том, что ему нравится. Мне очень нравится здесь учиться. Здравствуйте, меня зовут Нурсен Исполов, я из Казахстана. Я учусь в Emirates Academy of Hospitality Management, потому что в наше время очень сильно востребован гостиничный бизнес. И этот университет дает много возможностей работать в таких отелях, как Бурдж Аль-Араб, Мариот или Хаят. Ну, во многих отелях. Свободное время мы проводим с нашими иностранными друзьями вот напротив бассейна, или идем в спортзал. Или у нас очень хороший вид на Бурдж Аль-Араб и Джумейра Бич Хотел. Вообще, я очень рад, что я здесь учусь, и мне очень нравится здесь.